27 участников на первом этапе одновременным стартом, конечно же, это очень тесное начало. И здесь очень важно на первый подъем, кстати, один из самых крутых на трассе, выйти в голове группы. Что и лучше других сейчас получается у команды под номером 1, команды Германии, Эрика Лессера. Между прочим, серебряного призера сочинских игр в индивидуальной гонке. Пожалуй, самая трудная часть 2,5-километрового круга, ее первая половина. Потому что здесь...